клавиатура запылилась. Я своего рода хотел такие ролики поснимать, то есть пока мне не надоест. 26 марта, 10 часов вечера, я снова без интернета. Жизнь без интернета. У меня есть клавиатура, только нету интернета. Пусть это будет ролик своего рода такого утопия и послание тем людям и подписчикам, которым будет просто любопытно посмотреть этот ролик как продолжение после вчерашнего блога. Все-таки мы живем в то время, где много гаджетов, и люди свою жизнь уже не только без интернета не могут представить свою жизнь, но и без вот таких вот гаджетов. Более, у меня, конечно, очень обычный телефон, то есть это слишком дешевый телефон, вот, а тот же возьмите iPhone X, вот, или iPhone 11, то он стоит, ну, 1000 евро, то есть это для меня лично это дорого, я не стал бы тратить на такой гаджет деньги, мне достаточно то, что мне подарили просто мой планшет. Вот. Поэтому люди без этих гаджетов вообще свою жизнь, им сложно вообще представить без гаджетов, потому что нам, людям, технологии очень помогают выжить в нашей среде. То есть нам надо меньше читать, меньше там читать. Вы получаете ту информацию, которую вам нужно в интернете, вы ее получаете. Вот. Но не стоит забывать, что этот мир, он на самом деле вымышленный, и он может быть построен на той информации, которую в реальной жизни не может существовать. Вот, и создается иллюзия, что человек не может теперь прожить без этих технологий, что человек превращается в машину, но не в человека, но человек сам осознает, что он от чего-то зависим, и люди приходят туда, в этот храм, и им считают, что им нужно в это верить. Вот, во все эти комментарии, лайки и в чье-то чужое мнение. И он от этой машины большой, как матрица, ему сложно отказаться от всего этого, хотя у него есть выбор, у всех у нас есть выбор. Плохо, когда нет выбора и только есть один путь. То есть, ну хорошо, когда ты знаешь, какой тебе нужен путь, но ты понимаешь, что все должно быть в меру в нашей жизни, что кроме интернета есть много не только других увлечений, но жизнь она есть, она не стоит на месте. И вопрос возникает, на что мы тратим время и полезно ли это всю жизнь сидеть в интернете. Например, я бы не хотел всю жизнь бы сидеть в интернете, я хотел бы кроме интернета находить какие-то другие радости в жизни. Конечно, интернет многим людям приносит радость. Я стараюсь в этом блоге говорить на правильные вещи. Жизнь без интернета. Пишите свои комментарии. Я хотел бы почитать комментарии тех людей, которые, может быть, стараются меньше проводить время в интернете, а больше проводить время на свежем воздухе, больше общаться с реальными людьми и заменить реально, заменить виртуальное общение на реальное общение. Интернет, конечно, помогает тем людям, которые, возможно, стесняются общаться вживую, им более комфортно общаться виртуально. Вот. Мне тоже бывает, я стесняюсь подойти к людям и начать с некоторыми людьми общаться вживую. И, конечно, ты прибегаешь к клавиатуре, начинаешь писать, разминать свои пальчики. Либо, как я, вот беру планшет и говорю голосовое сообщение. Всем привет, я передаю вам голосовое сообщение. Вот. И на этом я хочу блог закончить. Жизнь без интернета. Всем пока.